В Дербенте завершен ремонт улицы Махачкалинской. Отметим, что на состояние этой дороги в администрацию города приходило наибольшее количество жалоб горожан. Многие годы она находилась в удручающем состоянии. Раньше здесь не было магистральной канализационной трубы, из-за чего возникали затопы. А неприятный запах распространялся на всю улицу, создавая горожанам дискомфорт. Всем также хочу сказать спасибо, кто принимал активное участие в постройке этой улицы. И генподрядчикам, и субподрядчикам, и также жителям, которые с пониманием отнеслись и добровольно сами снесли заборы. Также хочу еще от имени администрации и от себя лично принести всем жителям извинения за то, что сделали столько проблем. Да, все ожидали, что быстро откроется, но, к сожалению, не получилось только из-за технической части. Сейчас на объекте полностью заменены инженерные сети, проведена хозфекальная и ливневая канализация, трубы водоснабжения и, кроме того, обустроены тротуары и бордюры, уличное освещение, воздушные электрические сети перенесены под землю. Реконструкция улицы значительно повлияла на разгрузку улицы и перенаправление автомобильного потока с центральных трасс города. Общая протяженность улицы составляет более 1,5 километров, а стоимость работ около 73 миллионов рублей.